Всем привет, с вами Вован, и сегодня мы начинаем играть в новую игру Супермаркет Симулятор. Она, в принципе, похожа на ту, в которую мы играли ранее, но тут хотя бы все на русском языке. Я еще в нее не пробовал играть, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Следуйте целям. Так, пройдем обучение быстренько. Графика здесь намного лучше, и люди ходят, и все. И все есть. Но все так же продукты валяются на улице. Что уже не очень. Здравствуй, женщина. Здравствуй, мужчина. Но смысл, видимо, тот же самый. Да, конечно, давай выкинем. Так, нужно установить цену. Ты предлагаешь поставить самую большую цену? Ну давай. Все, открываем, открываем. Ну, не уверен я, что сюда прям хлынут. Ну, посмотрим. Да нет, смотрите, берет. А почему у тебя корзинка полная, если ты только помидоры берешь? С чужим нельзя, женщина. А, это яблоки. Ой, я вообще. Давай, гони. Все, у меня все разобрали. Быстро, быстро. Но одними яблоками богат не будешь. Давай купим. Ускорять мы ничего не будем. Так, подождем. Просто с неба прилетело где-то. Все. Пополняем запасы. Че этот предмет? Сухой шкаф. А, вот сюда. Это у нас какие-то хлопья. Все, коробочку пойдем выкинем. Пусть пока ребята покупают тут. Главное, чтобы ничего себе в карман не положили. Берите, не стесняйтесь. Все для вас. $46 ты мне дал. Ты че, мужик? Че так много? Давай, давай, иди отсюда. Ура, у нас второй уровень. Растем. Как много покупателей-то за одними хлопьями всего лишь-то. Так, что-то мы не то сделали. 46, 11. Погнали. Уже очередь скопилась. Медленно работаешь ты. Ну, все бы карты давали, было бы намного проще. Теперь я понимаю кассиров. И 89. Тут цены разные. Кто-то 7 платит, кто-то 3. Цена-то одна. Все, полки пустые. Так, подождите, ребята. Дайте-ка мне лицензию. Где она? Все, давай купим что-нибудь. Мебель подождет. Давайте закажем это, апельсины и кофе. Так, 50 секунд надо подождать. Ладно, пока обслужим их. Не торопись, мужик, успеешь. Все, иди отсюда. Я так понимаю, день сейчас закончится. Так, мы закрылись, да? Давайте подождем. Я понимаю, что ты хочешь новую полку или холодильник, но у меня не хватит денег. Поэтому подожди маленько. Так, давай быстрее. Яблоки кладем. Чё-то никто не хочет заходить. Давай, заходи. Заходи, не стесняйся. Чё за следы тут оставили? Ноги вытирать надо на входе. Ага.
Да, бабулек здесь нету, к сожалению. Так, нам доступно. Так, мы апнули третий уровень. 200 баксов нам надо. Пока подождем. Вы все яблоками питаетесь. Опять ты. Ты же только что покупал. Всего-то одно, что так мало? За 2 доллара, нифига себе. Вот это ценники у меня. Когда там уже доставочка будет? Долго-долго идет все. Что ты хочешь от нее? Не лезь к девушке. Так, 7,80. Ой. Все, иди. Так, вечер наступает, доставки так и нету. Денег нам не хватит. А, нет, есть доставка, это я просто проглядел. Так, ставим максимально, естественно. Заходи, заходи. И снова ты. Ну, я специально поставил вниз, чтобы вам тяжелее было брать. Вот такой вот я коварный человек. Что ты там хочешь? Вы не можете закончить день? Да я разберусь с ними, не переживай. Конечно, не придут. Спать идите все. Ты давай иди отсюда тоже. Давайте кофе установим куда-нибудь пока. Вот это очень важно, коробку открыть, а так нельзя, что ли? Давайте за 5 баксов поставим. Все, у нас больше ничего нету. Что мы еще можем сделать? Сахар прикупить. Опять яблоки. И давайте этот. Думаю, в следующий день мы сможем накопить на холодос, на лицензию. Где холодос? Ну да, думаю, да. Подождем доставку. Так, и тут у нас пришел сахар. В принципе, да, игра такая же, но мне она более симпатична. Так, цена и так максимальная. Что в той игре, что в этой есть таинственная дверь, за которую мы не можем попасть. Ну, давайте прогуляемся, сходим, посмотрим. Что-то у нас есть, даже машина есть. Оба, оба. Можно даже походить, что-то посидеть. Посидеть можно? Нет? Все спят, один я хожу. Ладно, сейчас доставка приедет. Доставка работает круглосуточно. Меня это радует. Давай, закидывай. Так, а ценник можно поменять? Так, пойдем выкинем. Что такое? Цена и так максимальная тоже. Тут у нас хлопья пришли. Ну и все, в принципе. Да, а что все-то? Нет, давай затаримся по максимальному. У нас тут все есть. И паста. Водичка. Не, водичку не будем. Водичку надо, наверное, в холодильнике хранить. Масло. Давай. Так, все нам пришло. Можно открывать и затоваривать. Конечно, максимальную цену делаем. Далее у нас это мы не можем затоварить. Ладно, положить надо. Как это сбросить? Все.
И масло. Масло тоже мы не можем. Зря мы купили, ладно. Пусть стоит, он думает о своем поведении. Начинаем следующий день. Куча затрат у нас. Но ничего, до первого дня пойдет. Все, поехали. Поехали, ребята. Заходим, заходим. Давай, мужик. Смотри, какой выбор большой стал. Бери макарошки, да? Побольше бери. Вот овощей и фруктов, конечно, маловато у нас. Одни мужики разбирают, видимо, жены отправили. Давай, что ты там? Ой, понабрал-то, ё-моё. Хорош, хорош. Считай уже скоро. Отобьем те цены. Так, 35 тебе надо. Интересно, а тут клиенты не ругаются сильно. Вот, почти накопили. На новый стеллаж. Так, что там у нас? Тут пока все спокойно. Ну нет, мы будем на холодильник копить. Или на стеллаж, даже не знаю. Надо, наверное, один дешевенький купить. За $200, который. Чтобы можно было выставляться нормально. Давайте апельсину закажем пока. Две штуки. Четвертый уровень. Отлично. Ой, женщина, хорошо закупаешься. Ага. Так, новый клиент у нас, какая-то девушка появилась. И $4 на тебя сверху. Ага. Ты что там делаешь, мужик сзади? Шалун. Что там, пришло что-нибудь? Нет? Так, $100 есть, давайте. Мебель. А, не, мне не хватает же, надо же 200. О, без сдачи, молодец. Так, пойдем затаримся. Бери, бери, бери. Ой, как я вовремя подошел. Сейчас подождите, клиенты. Дайте раскидаю. Видите, у меня нету помощников. Я тут одного батрачу. Тут тоже все распродано. Вот резко все подтоварить. Как раз наше масло пойдет в бой. Да, цену выставляем. За 5 баксов. Тут что у нас? Все по максималке, все по максималке. Подождите, ребята, я уже бегу. Я уже к вам бегу. Ага. Да не смотри ты на время. Успеем. Ага. Торопитесь. Ага. Отлично, без сдачи. Все, покидаем кассу, покупаем холодос. Где там мебель? А, нет, не холодос. Блин, или холодильник взять. Давайте на холодильник накопим все-таки. Блин, ты, наверное, последний клиент. Да нет еще. Ты нифига, зачем ты мне 50 баксов даешь? Че так много? Ага. Да вы чё, ребята? Поменьше нету? Все наличкой. Ага.
Ну, маленько осталось накопить, давай. Блин, и день заканчивается уже. Так, подожди, мужик. Всем покупаем холодильник. Ждем, пока он тут дойдет до нас. Что там у нас осталось, хоть что-нибудь-то еще? Денег-то мало, блин. Не хватит. Нам на покупку новых товаров. Они все идут и идут, идут и идут. Все раскупить хотят. Одни апельсины остались только. Да, наш магазин популярен, оказывается. Клиенты вообще не останавливаются. Так, пятый уровень. Отлично. Ну, блин, как я могу разобраться с ними? Они все идут и идут, блин. Туда посмотрю. 3.16. Нет, хватит нам денег на какие-нибудь приобретения, это точно. Все, покидаем кассу и закупаемся. Так, нет. О, что это было? 600 долларов на расширение нам надо. Угу. Надо пока здесь давайте водички возьмем. Двойной. У нас все оказалось ходовым. Яблок. Тоже двойной. Хлопья. Нет, хлопья давайте. Одни. Все по одному возьмем. Масло. Паста. И. Что еще? Сахар. Все, ожидаем. Давайте пока холодильник установим. Куда-нибудь. Вот сюда. Нормалек. Ну все, ждем, пока все придет. Итак, второй день закончен. Доход у нас отличный, но мы и потратили много. Я маленько не успел затовариться, случайно нажал кнопку закончить день. Но подождем пока. Пока не открылись, время не идет, что очень радует. В прошлой игре было по-другому. Время все равно шло. Ладно, начинаем. Подождем эту минутку, ничего страшного. Ну, конечно, дай мне денег, я расширюсь обязательно. Опять ты, заходи. Ты у нас будешь вместо бабки, первый покупатель. Так, теперь девчонки напали. В прошлом днем были одни пацаны, сейчас девчонки. Видимо, им надоело. И они отправили их, сказали сами, шуруйте в 6 утра. Или во сколько тут? 9 утра. Все должно быть честно. Ага. Ага. Да, правильное питание, это хорошо. Ага. Так, ты тормозишь что-то, дружок. Доставка пришла, подождешь. Сейчас я подойду. Он только ближе к обеду. Мужчина первый пришел. Давай масло закидывай. Хоп-хоп. Скорее, скорее. Клиенты ждать не будут. Ага. Да, прибыль у нас растет на глазах. Это не может не радовать. Ага. Сегодня мы особо, наверное, не будем закупаться в конце дня. Надо подкопить маленько, расшириться. А может и не надо. Будем
по факту уже смотреть. Полочки-то пустые почти стали. Особо ничего не осталось. Да и пойдет нормально так. И так сойдет. Так, там что-то нам пришло, надо быстро забрать. Ждал, да, пока я это все выложу. По-хорошему, нам надо накопить $600. Чтобы расшириться. Но думаю, нам пока рано. Время еще много, надо, наверное, что-нибудь прикупить. Что у нас? Так, яблоки закончились. Да пока мы дождемся уже, и день закончится. Давай сразу 4 и вот этого 2. Самый ходовой у нас здесь. Самый дорогой это чай. Давайте-ка его купим. Посмотрим, какую цену можно будет на него поставить. Может, это будет наша золотая жила, а не одно яблоко. Жалко, энергию не добавляет, когда ты левел апаешь. Ой. Так, конец дня уже. Начинаем тупить маленько. Так, 6 уровень. Опять новая лицензия доступна. Быстро-быстро у нас развитие идет, а денег-то у нас нету, чтобы что-то делать. Так, там что-то доставка была какая-то. Да отойди ты отсюда. Вообще полки пустые абсолютно стали. Да, печальненько. И не накопили мы особо, ну ладно. Ладно, попродаем только сахар. Аж 3 взяла, молодец. Все раскупай. Ну все, день заканчивается, отлично. Прям как надо. Товара вообще не осталось. Вот так надо всегда работать. Посмотрите, полки пусты. Денежка есть, все отлично. Я думаю, на этом все. Энергия маленько восстановится. И продолжим. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.